Макс, мы не обидимся, и я не обижусь, если ты Кате подаришь. Смотри, смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся самим собой. Вовзика, привет, мой хороший. Я не понимаю, Максим, что вы от меня хотите? Спасибо за пончики. Вы хотите, чтобы я вышла из батла, но я не выйду из батла. Очень долго спим, Вов, не говори. Каришка, привет, зайка. Зато я сделала панкейки, посмотрела Гарри Поттера спустя 20 лет. Панкейки с ума. Что еще сделала полезного? Все, и выспалась. Ребята, всем привет. Я крайне грустно, помогите, пожалуйста. Спасибо, Кариша. Спасибо, моя хорошая. Блин, мне отдало зайку. Привет, Лёш. Всё хорошо, спасибо. У тебя как делишки? Я бы еще заглянула, и вы батлите, и вы для меня приятно, я не буду выбирать. Господи, Максим, кидай по одному бабу, мне по одному бабу джуз, мы не обидимся. Что хочешь, то и делай. Только не пиши об этом, что я не буду вас поддерживать, потому что вы в батле. Спасибо, Кариш. Спасибо большое. Ты понимаешь, что даже если ты поддержишь нас, Максим, не в батле, а мы будем по одной в эфире сидеть, мы зайдем друг другу во вклад и все равно увидим, кто кого поддерживает. И другое дело, знаете, мы совмещаем трансляции не только для того, чтобы проводить сам батл, а для того, чтобы мы были вместе коллективно. Мои друзья любят Катерину, Катерины друзья хорошо относятся ко мне, и мы все вместе дружим. Да, и никто не обижается, когда кого-то кто-то втопит в батле. В этом и есть смысл, дарить подарки и поддерживать ведущих. В общем, Макс, ты нас прямо озадачил. Сегодня елку убрал, убрался. Молодец, Лёш. Вов, как спалось? Что делал сегодня? Ребят, всем привет!
Я понимаю, если бы ты любил Настю и кидал против Насти щиты, Максим, это да, это может быть Настю бы задело, но ты кинул мне два баба. Говорит, обосрали меня и ушел. Странный хорошо, такой. У тебя как дела? Ничего не делал, много спал. О, Юра, я тебе снилась. Я не могу с них. Кто его обосрал? Мы его обосрали в душе? Мне просто попросили странный. Не говорить так хотя бы. Блин, мне так было. Давай, зайчка, хорошо. Давай, хорошего эфира. Спасибо. Какого Серегу, Майк?